не могу не проститься с журавлями, так, чтоб сердце болью не зашлось. Клин летит над голыми полями, холодом пронизанный насквозь. Что уносят птицы? Что уносят? Почему печален их отлет? Знаю осень, это просто осень. Все как надо, вслед зима идет, и опять весна, вернутся птицы, юных листьев заклубится дым. Все на свете может повториться, только человек неповторим. Если бы меня спросили, что для меня мой дом, моя родина, я бы, наверное, сказала: скошенные поля, облетевший лес и непременно журавлиный клин в небе. Когда я готовила эту передачу из цикла «Песня остается с человеком», посвященной песне «Журавли», я встречалась со многими людьми самых разных профессий, возрастов, очень юными и очень пожилыми. И спрашивала об их ощущениях в те минуты, когда им посчастливилось видеть в небе журавлиный клин. И вы знаете, почти все отвечали однозначно. Помимо их воли, в их сознании в те минуты начинала звучать мелодия именно песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли». Той песни, где есть щемящие, проникающие в нашу душу строки. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Но почему именно журавли стали для поэта образом, вернее, символом памяти и верности? Ну, наверное, потому что журавли вообще удивительные, загадочные птицы. И с давних пор люди слагали о них легенды, поэмы, песни. Рассказывают, что журавли во время своих дальних перелетов никогда не оставят в беде обессилевшую в пути птицу. Журавлиная пара хранит верность друг другу всю свою жизнь. Рассказывают, что в журавлиной семье обычно бывает один, два или, в крайнем случае, три птенца, и то только в каждой четвертой паре. И это пока для всех остается загадкой. Мы с вами говорим обычно: «Скворцы прилетели», а о прилете журавлей – никогда. А ведь осенью они улетают от нас не навсегда, они снова весной возвращаются домой, на родину. Я уверена, что каждый, кто хоть однажды видел журавлиный клин в небе, кто видел, как купаются, кружась, эти большие птицы в голубизне неба, не забудут этого никогда. Это похоже на сон, на видение. Когда плывет в небе этот живой корабль птиц, мы стоим, смотрим ему вслед, не можем сдвинуться с места и прощаемся с ними. Их трубные, звучные крики, похожие на человеческие рыдания, в тот момент словно проникают в нас и вызывают беспокойство и неясную печаль. И мне кажется, такие же самые чувства мы испытываем, когда слушаем саму песню о журавлях. Песня «Журавли» – это реквием павшим. Но реквием лирический,
пронизанный светом человеческой благодарности, светом вечной памяти, по народному мудрому отношению к смерти. По силе своего воздействия, мне кажется, песня «Журавли» может быть поставлена рядом с такими, как «Священная война», «Соловьи и дороги», которые в свое время маршал Жуков назвал лучшими песнями Великой Отечественной войны. Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Когда я думаю о подвиге, совершенном в годы войны, воинском или трудовом, для меня все время звучит песня «Журавли». Таким образом, мне кажется, она стала поэтическим эпиграфом вообще к высокому человеческому подвигу, к воинскому подвигу и символом этого подвига. Эта песня написана моим дорогим другом, стихи, слова написаны моим дорогим другом Расулом Гамзатовым. Это десятки лет я дружу с этим талантливейшим, выдающимся поэтом. Музыка Яна Френкеля, прекрасного нашего композитора. И мне думается, что вот мы часто провозглашаем вот эту необходимость того, чтобы песни были написаны не на тексты, не на слова, а на стихи. Чтобы слова песен были поэзией. И мне кажется, это тот высокий пример, когда вот достигнут этот идеал, когда великолепная песня написана на стихи. Это истинная поэзия и в самой поэзии, и в музыке. Белые журавли, мои дорогие журавли, эта песня появилась у меня в далекие Японии, в Хиросиме. В 65-м году, февральский день, когда я был там, в этом городе человеческой беды, вековой беды. И так случилось, что прилетели в Японии сибирские журавли. На них обратили внимание все журавли надежды. И вслед за этим сразу я получил телеграмму о кончине моей бедной матери. Я вот вспомнил мою мать, вспомнил своих погибших братьев, вспомнил 20 миллионов наших солдат. И мне показалось, что они превратились на белых журавлей, и написал стихотворение «Белые журавли». Белые журавли – это миллионы наших солдат. Они летают, веют над нами. Расул Гамзатович, вы подарили людям песню, которая, на мой взгляд, стала гимном памяти погибшим. Она стала общечеловеческим символом памяти. Вот думали ли вы об этом, когда писали эти стихи? Должен сказать, я так не думал. Я даже не думал, что оно песня станется. Я писал стихотворение. Ну, наши аварском стихи музыкальное начало это обязательно. Тогда, когда еще письменность не было, благодаря музыке сохранена целая большая литература на моего народа. Музыкальные традиции есть. Она стала явлением после того, через несколько лет после того, я написал и напечатал это стихотворение. Стихотворение – удивительная судьба. Казалось бы, каждое стихотворение должен в начале петь, если оно песня, на том языке, на котором писал.
Ну, у этого стихотворения случилась другая судьба. Сперва он пел на русском языке, благодаря хорошему переводу, благодаря музыкальному хорошему композитору, потом подхватили на аварском языке, потом аварские композиторы стали писать музыку на этой песне. У нас в горах символ, любимая птица – это орел. Мужчины сравнивают орлами, женщины с голубями. Даже на эту тему у меня стихотворение есть. Но в Японии символ – это журавли. И там есть легенды, есть, если тысячи бумажных журавлей вырезать, больные будут жить. И там памятник девушки. Но это время, это ежегодно августе отмечает День Хиросимы, когда бросили бомбы. Ну, тут вспоминаешь, и был в Японии, тарауры вырезает, печаль выражает через... У нас черные одевают, у них белые. Журнале писал это Гамзатовский журнал, это, я должен сказать, это журнал Игорь Ясибяльнева и переводчика Наума Гребнева и композиторов Ян Френкеля. И очень повезло эти песни, что первый исполнял Вернес, потом подходил, по-моему, после него многие поют, везде поют. Очень часто сравнивают с актером. И, конечно, это сравнение справедливо, хотя можно применить к переводчику стихов сравнения и другие. Но если вот отталкиваться от этого сравнения, и действительно переводчик стихов похож на актера, то можно сказать следующее, что актер в своей жизни играет очень много ролей. И когда он играет Гамлета, он Гамлет. Когда он играет Тревизора, он Хлестаков и так далее. Но бывает у него такая роль, когда он не играет, когда он как бы сам на сцене, когда личность актера совпадает с личностью героя. Вот так же и бывает у переводчиков стихов. Если я перевожу, например, армянского поэта X века Нарикоци, я становлюсь им. Если я перевожу Расула Гамзатова, я становлюсь Расулом Гамзатовым. Но когда я переводил песню «Журавли», я был не только Расулом Гамзатовым, но я был как бы самим собой. В этом стихотворении моя жизнь и моя судьба. Я воевал с первого дня войны. Я прошел Харьковское окружение. Я с первого до последнего дня участвовал в Сталинградской битве. И так далее, и так далее. Я потерял столько друзей. И вот когда я переводил эту песню, я, так сказать, жил
жизнью не только Расула Гамзатова, не только своей жизнью, но и жизнью вот тех моих погибших друзей. И действительно, в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Это место для меня, оно, это место вообще по всему раскладу, по стечению судьбы предназначалось для меня. Но каким-то чудом я остался жив, и это место занял кто-то другой. Из песни по пожеланию певца Марка Бертеса были исключены две строфы. И, по-моему, он был прав. Песня получилась как-то компактнее и собраннее. Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по земле они людьми брели, они летят, свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна? Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. ...1971 год был особенно счастливым для песни «Журавли». В этот год она стала популярной и на заключительной передаче телевизионного конкурса «Песня 71» «Журавли» Яна Френкеля и Расула Гамзатова в исполнении Иосифа Кобзона получили всеобщее признание и любовь телезрителей. Песня «Журавли» зажгла сердца многих художников. В дни празднования 40-летия Победы в Олимпийском дворце в Москве зрители увидели хореографическую композицию, поставленную на песню «Журавли». Сколько памятников появилось в нашей стране, величественных и скромных, но всегда таких дорогих сердцам каждого человека.
памятников, навсегда воплотивших в бронзе клин летящих журавлей. Стоят они в Ленинграде, Ростове, Саратове, Кисловодске, на Алтае, в Черчике, на Украине, в Дагестане, Белоруссии, Осетии. И на гранитных плитах выбиты строчки из этой песни. На древней Соколовой горе, в Парке Победы, в Саратове, стоит вот этот обелиск над Волгой. Саратовцы часто приходят сюда с букетиками гвоздик. Три белых пилона звездами устремились в небо, а над ними застыла стая серебристых журавлей. 12 металлических птиц широко раскинули крылья, будто готовы ринуться к дальнему перелету. Когда я сюда прихожу и смотрю вот на этот величественный монумент, я всегда возвращаюсь к тем, вспоминаю тех, кто не вернулся с войны. Мы приходим сюда во многих случаях. И когда к нам родственники приезжают, и иногда и с внучатами приходим сюда, и День Победы мы здесь отмечаем, и вручаем комсомольские билеты, одеваем красные галстуки пионерам. И все на фоне вот этих великолепных журавлей. Ну а сама песня, она прекрасна. Это песня-памятник, это не просто песня. И эту песню не каждый может спеть. И когда эта песня поется, не каждый может говорить, как будто бы все замолкают. Вот она часто звучит здесь вот у нас в памятнике, через каждые почти 15 минут. И когда люди здесь приходят, то при звуке этой песни все молчат. И еще раз, когда мы вот так посмотрим на этот клин журавлей, и вы знаете, так и хочется сказать, что это вот почти целая эскадрилья летит наших девчат. Вы знаете, что особенно мне запомнилось, это когда я возвращался уже из Берлина после победы в октябре 1945 года. И вот сейчас, когда я сюда прихожу и смотрю на эти журавли, я всегда вспоминаю этот момент, когда я впервые после войны вступил на землю своей родины, и когда меня своей песней встретили журавли. Это незабываемый момент моей жизни. Да, это песня «Реквием павшим». И так же, как бессмертна память о погибших, так вечно будет жить в наших сердцах и эта песня, снова и снова возвращающая людей разных поколений к тем огненным дням, незабываемым человеческим судьбам. Знаменитый 46-й гвардейский Таманский авиационный ордена Красного Знамени и ордена Суворова Третьей степени, женский полк ночных бомбардировщиц. Гитлеровцы боялись этих летчиц, называли ночными ведьмами, назначали большую награду за каждую сбитую машину. Но девушки спасали свой дом, свою родину, и оттого были непобедимы. 23 героя Советского Союза воспитал этот полк. И среди них герой Советского Союза, кинорежиссер, кинорежиссер студии имени Горького, автор фильма «В небе ночные ведьмы и без права на провал» Евгения Андреевна Жигуленко. Вот она, идет последней. А вот она идет первой. А эта Женечка садится в самолет. В ту пору ее звали девушка-сказка. Евгения Андреевна, что для вас песня «Журавли»? Знаете, много песен прекрасных, но эта песня особенная. И для меня, может быть, еще, вернее, для моих однополчан, для меня, как я ее чувствую, понимаете, вот образ ее. И вот эта песня, когда я ее слышу, она во мне сразу, я вспоминаю все,
те полеты, те страшные ночи, тех девчонок, которые не вернулся, но они всегда с нами. Понимаете, мне кажется, что они всегда с нами. Но что они всегда с нами остались такими же молодыми, им всегда 20 лет. Вы знаете, эта песня не грустная. Нет, она глубоко философская, потому что каждый человек все равно когда-то уходит, мы уходим, но он оставляет после себя след на земле. Большие или малые дела, это не важно, но он оставляет. И вот вы знаете, так и наши девчонки, те, кто не дожил, те, кто недолюбил, те, кто сгорел в воздухе, от них идет свет сейчас, как свет звезд. Мы заживо сгорали в самолетах, как факелы победы вам светя. Тонули с парашютами в болотах, но воскресали все-таки летя. За всех детей летели сквозь метели, за всех детей сквозь тысячи смертей. Хотя в короткой жизни не успели баюкать наших собственных детей. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей, погибшие в небе за Родину, становимся небом над ней. Мы дышим, согревая птичьи гнезда, баюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, а это мы с небес глядим на вас. Фронтовики любят эту песню. Холодок проходит по сердцу, когда из раскрытого окна тихо-тихо доносятся слова этой песни. Да, на тех, кто не вернулся с войны. И я сейчас вам расскажу об одном человеке, на имя которого, вернее, на имя матери которого, в 1941 году пришла похоронка. А узнала я о нем из воспоминаний маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, опубликованных в литературной газете 18 ноября 1981 года в день 40-летия Победы под Москвой. Однажды на даче в Подмосковье бывший военный корреспондент Павел Троиновский спросил у Георгия Константиновича: «Вы многих представляли к званию Героя Советского Союза. А какой вам случай запомнился более всего?» «Есть такой», — ответил маршал. «Всем известны имена панфиловцев, Зои Космодемьянской и других бесстрашных воинов, ставших легендарными, гордостью нашего народа. Однако в один ряд с ними я бы поставил подвиг рядового наводчика орудия 694-го артиллерийского противотанкового полка, имя комсомольца Ефима Дыскина. Этот бой проходил на глазах штаба армии во главе с Рокоссовским. 18 ноября 1941 года 694-й полк отражал атаку вражеских танков. Танков с черными крестами на боку. Их было более 50. Они лезли на пролом. Вся земля здесь, на высоте близ Волоколамского шоссе, была вздыблена от бомб и снарядов. До этого огневые позиции нашего артполка, продолжал рассказ маршал Жуков, бомбила фашистская авиация. И случилось так, что в третьей батарее этого полка уцелело лишь одно единственное орудие. Молодые ребята были у орудия. Их было четверо. Наводчиком Ефим Дыскин. Но вскоре он остался один. Один против брони. Трижды тяжело раненый, в том числе и в поясницу, он вновь и вновь припадал к прицелу. Но тут приполз к орудию Федор Бочаров, комиссар полка. Хотел стащить с орудия окровавленного парнишку,
Но Дыскин не позволил. Тогда комиссар стал подносить Дыскину снаряды. Перед орудием вновь и вновь вырастали гитлеровские танки. Но каждый раз Дыскин опережал врага и снайперски насквозь прошивал машины. Отступать было некуда. Позади Москва. Четырежды раненый, молодой артиллерист вел бой до тех пор, пока пламя не охватило 8-й фашистский танк. Танковая колонна повернула назад. И, как рассказывал комиссар полка Федор Бочаров, они тут не поверили вдруг наступившей тишине. Парнишка приподнялся и, теряя сознание, упал комиссару на руки. Ефиму Дыскину, в ту пору 18-летнему юноше, было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В указе среди других имен было имя легендарного генерала Панфилова. Маршал помолчал, а потом, улыбаясь, добавил: «А вы знаете, парнишка-то выжил. Выжил наперекор всему. И нам пришлось внести изменения в указе». Вот такая история. Всю войну он пролежал в госпитале. И там же закончил Киевское медицинское училище, которое было эвакуировано в ту пору в Свердловск. После войны Ефим Дыскин стал врачом. В память и благодарность тем, кто возвращал и вернул его к жизни. Сейчас он живет в Ленинграде. Я встретилась с ним. В его семье все врачи. Жена – педиатр. Дочь Инна – тоже детский врач. Сын Дмитрий – невропатолог. Подрастает внук. И он, мне кажется, будет медиком. В ту встречу Ефим Анатольевич несколько раз повторял мне: «Вы только поймите меня правильно. Тот бой 18 ноября выиграл не я один. Мы вместе отразили атаку врага». И в этом был весь Ефим Анатольевич Дыскин. Герой Советского Союза, генерал-майор, доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры нормальной анатомии, краснознаменной военно-медицинской академии имени Кирова. Вы знаете, в послевоенные годы появилось много разных и очень хороших песен. Но мне кажется, что «Журавли» – это совершенно особая песня. Особая по своему общему настрою, по своему характеру. И вот вы знаете, мне даже сейчас вот не приходит в голову ни одна песня, которая была бы, ну, в этом смысле аналогична вот этой песне. Она запала в душу с того самого момента, когда я впервые услышал ее в исполнении Марка Бернеса. Ну, вы, наверное, помните, в этой песне есть слова: «Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса». Вот эти слова: «летят и подают нам голоса», подают голоса. Вот в этом я как-то можно видеть какую-то связь между теми, кто не вернулся с поля боя, и новыми поколениями. Накануне 40-летия Победы в Великой Отечественной войне мне довелось быть на Дальневосточном проспекте на правом берегу Невы. И вот там на могилах погибших воинов композиция, представляющая собой стаю летящих в небо журавлей. И я видел, как у этого мемориала стояли совсем молодые бойцы, курсанты, стояли в безмолвии и печали, потому что эта композиция, этот мемориал действительно вызывали очень сильное чувство. Ну и вот эти чувства, конечно, тут одновременно глядя вот на это, белых журавлей, невольно где-то в глубине рождалась эта песня. Мне кажется, что очень счастливы должны быть авторы, которым удалось подарить людям такую песню. Впервые песня «Журавли» прозвучала на редакционной землянке
традиционной встречи участников Великой Отечественной войны в редакции газеты «Комсомольская правда». Зал тогда специально был оформлен еловыми ветками и цветами в свободных из-под снарядов гильзах вместо вас. Смолкла песня, а в зале еще долго стояла звенящая тишина. Среди присутствующих был тогда и маршал Советского Союза Конев, и другие военачальники. И вот уже потом маршал Конев подошел к Марку Бернесу, обнял его и со слезами на глазах сказал: «Спасибо. Как жалко, что нам отказано в праве плакать». В народе говорят, что журавли уносят на своих крыльях души погибших. Может быть, поэтому мы испытываем столь горькие и в то же время просветленные чувства при виде журавлиного клина в небе. Именно потому встает у меня в памяти образ Марка Бернеса, что он поднял значение журавлей до символа памяти, символа уходящего. Мне кажется, что для любого человека это символ прожитого, это жизненный итог. Но приносит он не обновление, а щемящую грусть и тоску. Мне кажется, что в самих гортанных, ракочущих звуках этого слова «журавли» слышится мелодия песни Яна Френкеля. За полтора месяца до смерти Марк Бернес записал «Журавлей». Превозмогая чудовищную боль, он поднялся с постели, поехал на студию грамзаписи и записал эту песню. Я как раз был у него в этот день после этого и не поверил, глядя на него, что он мог в этот день записать песню. И сказал: «Как же ты мог записать?» Он мне ответил: «По-моему, получилось». Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. По небу клин усталый летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдат
кровавых непришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Сейчас я вам расскажу историю о участниках битвы у Зеленой Брамы в первые дни войны. Рассказал мне о ней поэт Евгений Долматовский, сам участник этого сражения. Когда он узнал, что я готовлю передачу о песне «Журавли», он сказал непременно разыщить этих героев, потому что именно для них эта песня не просто песня, а часть их собственной судьбы. И назвал свой рассказ легендой о яблоне и пшеничных зернах. История эта начинается давно. Начинается она из украинского села Подвысокое. Летом 1970 года ученик 8 класса Коля Буйвол пошел погулять в Дубраву и наткнулся на дерево с зарубкой. Старый такой, с оплывшими краями, сделал несколько шагов в указанном направлении, срыл верхний слой земли и наткнулся на клеянку. А в ней алое знамя с золотыми буквами, 60-й отдельный саперный батальон, кавказский. И это как-то насторожило ребят. Когда он прибежал в школу, собрались ученики, учителя, односельчане, и все вместе решили: давайте напишем письма в редакции газет Закавказских республик и Северного Кавказа. Отправили письма, но долго ждали ответа. И вот однажды пришло письмо из далекого Дагестана от Данияла Гафизова, бывшего сержанта. Вот что он им написал. «Дорогие мои, каждый год, когда от нас весной улетают к вам на Украину, к себе на родину журавли, мне нестерпимо хочется полететь вместе с ними. Они летят, свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлином от века речь аварская сходна?» В одном из освободительных боев Даниил Гафизов получил тяжелое ранение и остался без обеих ног. Много лет он собирался появиться в Подвысоком, но все было не с руки. Не просто это было для него. И вот однажды, в день 30-летия Победы, ребятишки из этой школы вдруг получили посылочку, а в ней горсть дагестанской земли и 30 дагестанских пшеничных зерен, выращенных на каменистой почве в горах. Ребята собрались в музее школьном и решили посеять эти зерна на школьной делянке, а часть на братской могиле. Конечно, мы знаем, что принято сажать цветы на братских могилах, но ребята решили, пусть прильнет к граниту и пшеничный колос. Так и сделали. И вот однажды Даниил Гафизов вместе с своим младшим сыном появился в селе Сушковки на Уманщине. Он встретился с Ксенией Ильиничной Черневщук, женщиной, что выходила его в ту пору. Незадолго до 40-летия Победы ушел из жизни этот замечательный человек с душой поэта, но оставил в наследство детям своим доброе отношение к людям и любимую песню свою о журавлях. Я побывала в Дагестане, в Хасавюрте, в этом гостеприимном доме Даниила Максудовича Гафизова. И вот что сказал мне при встрече его сын Энвер. Мне кажется, нет равнодушных к этой песне. Есть песни, которые хочется спеть самому. Но эту песню
хочется слушать. Слушая эту песню, не хочется заниматься посторонним. Эту песню я люблю прежде всего, потому что эта песня была любимой песней моего отца. Когда отец слушал эту песню, у него на глазах появились слезы. Он вспоминал о своих однополчанах. Я горжусь, и как гордился отец, что автором строк этих песен является замечательный поэт, певец Дагестана, наш земляк Расул Гамзатович Гамзатов. Расул Гамзатов был знаком с моим отцом. Он часто приезжал к нам в селение, познакомился с ним, встречался. Я считаю, когда писал он о джигитах, которые не в землю легли когда-то, а превратились в белых журавлей, имел в виду однополчане моего отца. Отец мой на 63-м году жизни после тяжелой болезни скончался. Он был удостоен орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды. Нас у отца было шестеро. Сейчас у нас у каждого, можно сказать, своя семья. У меня четверо детей. Я сам окончил Дагестанский государственный университет имени Владимира Ильича Ленина. Отец был удивительно жизнерадостным, общительным человеком. Старался, всегда нам внушал, что сегодняшним днем мы обязаны тем, кто не дожил до Дня Победы. Он внушал нам это только не словами, но и показывал на деле. Так, наверное, вы заметили, рядом с нашим домом стоит обелиск. Обелиск, посвященный памяти погибших трех летчиков года Великой Отечественной войны. Двое из них безвестные, один горковчанин Водопьянов. К 35-летию победы над фашистской Германией к нам приезжали его гости, родственники, в том числе его брат Водопьянов. И они были очень благодарны моему отцу. Была еще одна мечта у моего отца – разбить перед этим памятником парк. Но не успел этого сделать. И мы, его дети и внуки, непременно сделаем это. И так же, как прижилась наша дагестанская пшеница у братской могилы однополчана отца в украинском селе под Высоком, так нам хотелось бы, чтобы здесь, у братской могилы русских летчиков, погибших на дагестанской земле, зашумели русские березы. В свое время много разговаривали о том, зачем журавли и почему журавли летают в картине, вот где мне посчастливилось сниматься. И ответить на этот вопрос действительно весьма трудно. Ну, к сюжету они не имеют никакого отношения. С точки зрения изображения тоже вроде бы можно было бы обойтись без них. А вместе с тем, вот мне, как человек, который знает все, что крутилось внутри картины, все, что хотелось людям сказать, которые делали эту картину, бесконечно понятно, зачем, почему и откуда. Журавли все-таки какая-то связь человека с вечностью, какое-то напоминание о том, что проходит, приходит, уходит и остается всегда. И журавли, конечно, не только улетают, они ведь и прилетают. Поэтому говорить о том, что журавли – это обязательно нечто, что уходит навсегда, думаю, не стоит. Но вот что каждый раз их пролет тревожит, каждый раз их пролет соединяется с чем-то очень высоким, романтическим и связанным с глубокими чувствами людей, надеждами какими-то. Это правда. Это правда, и поэтому я думаю, что Урусевский и Колотозов были правы в свое время, когда, еще не зная стихов, обратились к этому вечному и действительно очень дорогому всякому человеку образу. Вероника!
цветы тебе. Ну, что? Понимаешь? Вот. Матери, отцы, братья и сестры, счастье нашей встречи безмерно ликует сердце каждого советского человека. Радость поет в сердцах. Эту радость нам принесла победа. Зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сегодня не может встретить своих близких. И мы сделаем все, чтобы будущие невесты никогда не теряли женихов. Смотри, смотри, журавли над Москвой. Разнеслась. И слава Богу, что появилась такая музыка, появились такие исполнители, которые мгновенно ее роздали людям. Такую песню нельзя придумать. Она может родиться только в результате эмоционального порыва. Настоящая песня вообще всегда есть выражение личности композитора. А Ян Френкель прошел войну, госпиталь, потерял друзей, близких. И песня для него стала поводом, чтобы рассказать людям о том, что он видел сам, пережил. И мне кажется, Ян Френкель с полным правом может сказать: «Моя песня – это я». Что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в мех журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печаль мы замолкаем, небеса. Я помню, когда мне эти стихи прочел по телефону Марк Бернес. Меня они поразили, несмотря на то, что, как я вспомнил, я эти стихи читал ранее. И тем не менее, когда мне прочел по телефону Бернес, я даже вздрогнул, то есть, от этого удивительного напряжения, волнения, которое в этих стихах. И это, собственно, было началом нашей дружбы и творческой, и человеческой дружбы с Расулом Гамзатовым. Тема этой песни бессмертна. Так как бессмертна наша память о тех, кто отдал свои жизни
за то, чтобы мы жили. Которые объединяют людей внутри одного поколения. И людей из разных поколений и социальных слоев вокруг идеалов красоты и правды. Поэзия и музыка таких песен призвана в каждой волне человечества помочь каждому человеку установить отношения с самим собой, с другими людьми, с миром, временем. Такова песня «Журавли». И сегодня она звучит как своеобразный гимн миру на земле.